Традиционный первомайский марш-бросок для студентов начался у главной площади ЮРГУ. Выстроиться в колонну, поднять повыше флаги и дождаться сигнала организатора. Несложная инструкция для участников шествия. 3, 2, 1, гол! Первое мая – это праздник труда, праздник это профсоюзный, потому что профсоюзы – это организация, в первую очередь, организация по защите прав и интересов студентов. И сегодня праздник показывает, насколько профсоюзные организации сильны. На театральной площади активисты присоединились и к другим участникам шествия. Готовые отстаивать свои жизненные принципы, студенты выкрикивали лозунги и делились хорошим настроением. Участники городского митинга выстроились в самом центре Челябинска. Здесь они приняли послание губернатора и выслушали представителей своих организаций. Я нахожусь на площади Революции, где проходит само шествие, собираются все профсоюзы города, и несмотря на плохую погоду, у людей отличное настроение, а лозунг «Мир, труд, май» актуален и по сей день. Во-первых, молодежь должна знать то, что надо собираться прежде всего. А иначе за нас будут думать и мыслить модераторы. То есть люди должны собираться и обсуждать насущие проблемы. Международный день весны и труда не просто повод поднять себе настроение. Прежде всего, это своеобразная дань традиции первомайским демонстрациям. Для каждого шествия это призыв к объединению и солидарности, что особенно важно для студентов. Ура!